Страшная авария произошла на трассе Оренбург-Илек. Там водитель «Инфинити» не смог справиться с управлением и врезался в столб. Удар был настолько сильным, что авто разорвало на части. Мужчина чудом остался жив, он смог выбраться из машины, но долго находился в шоке. Оказалось, аварию спровоцировал водитель «Рено». Он, выезжая из поселка со второстепенной дороги, не уступил «Инфинити», ехавшей прямо по главной. Мужчина, управлявший элитным авто, пытался избежать столкновения, но в итоге влетел в столб. По факту аварии проводится проверка.